поселке Инженерный 1 праздник. Сразу две новые детские площадки появились на местах, которые долгое время пустовали и были неухоженными. Территория военного городка попала в расширенную по решению главы округа программу КБДТ на 2018 год. Люди давно просили эту площадку, они давно хотели ее, выходили с нами к нам с предложениями, чтобы мы предусмотрели те или иные формы, выбирали цветовую гамму. Ну, на сегодняшний день вот та площадка, которую мы сегодня открываем, именно по просьбе жителей с ихними пожеланиями, то есть вроде предусмотрели все. Не забыли в ходе благоустройства и об автовладельцах поселка. Новое асфальтовое покрытие на проезжей части и дополнительные парковочные места на 120 машин сделали двор более удобным. Пешеходные дорожки оборудовали съездами для колясок, удобные мамочкам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Ну вот то, что, конечно, сделано, это просто, ну, не поддается описанию. Действительно, сразу городок преобразился. То есть вот эта красота, вот даже для детей, вот внучка сегодня пришла и говорит: ой, здесь теперь качели какие интересные. То есть, конечно, это вложено масса труда. Спасибо огромнейшее вот за эту красоту, которую мы. Теперь мы только остается немножко поддержать все это в таком состоянии. У местного стадиона появилась небольшая крытая трибуна. Поболеть за любимую команду теперь можно и в дождь, и в снег. Всего в городском округе Красногорск в 2018 году благоустраивают 102 дворовые территории.